Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Fallout 4. И у нас миссия, значит, надо пойти в светящееся море. Но пока мы туда не пойдем, потому что я хочу доп. Миссии. Так, Сомерли, это где это у нас, по-моему, это, да? Да, вот сейчас болото сначала, посмотрим, что здесь есть в окрестностях. Подходим, сходим сюда и сходим вот так вот пойдем. Как раз перчатку и там бейсбольную биту найдем. Так, значит, нам надо сначала туда сходить. Посмотреть. Сейчас сходим, посмотрим. Ой, я броню не один, ну ладно. Пока без брони. Быстрее побегаем. Так, домик. Домик, домик. Так, это мы уже к краю подошли, нет еще? А, мы не можем туда уже пройти, все. Пошлите вот домик посмотрим. Раздолбало-то. Так, что, сюда зайти нельзя, что ли? А, здесь ничего нет. А, нет, вон чувак какой-то лежит. Морковь. Нет, не надо это нам ничего. Так, теперь мы пойдем вот так вот. Нам вот так вот. Да? Да, все правильно, да. Ух ты, что это такое? Опа-на! Давай, мочи его! Ёптель-моптель. Давай, 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 давай! На всякий случай сохранюсь. Хорошо, что я сохранился. Я и забыл, что они взрываются. Так, давай, взрывайся. Да знаю, что она вызывает. Так, попадание противнику с выражающей выше моего получает 10%. Нет, фигня. Так, это что у нас? Какая-то илова фасоль. Ладно, себя посадим, может приживется. Так, брамин. Ага. Ага. Давайте одеваем. Так, что тут еще есть? Сохранимся. Так, так, так. Это мы. Давайте теперь сюда пойдем. Нам надо чуть залетающая тарелочка. А, подождите, мы же, по-моему, отсюда приходили с вами. По-моему. Или нет? Нет, значит, нам туда. Так. Ох ты, у тебя еще это? В ближнем бою ты? Молодец. Так.
Что-то тут нечистое. Сюда не войти. Сюда может войти. Ага, можно. Пошел вон, скотина. Так-то, блин. Так, а что тут интересно есть? You look nice today. Ха-ха-ха. Так, куда мы пришли? Куда-то непонятно мы пришли. Так, что здесь еще есть такое? Так, это еще какая-то школа, что ли? Ну-ка, пометим ее на карте. Ух ты, какой-то красненький. Интересно. Так, крышка есть. Давайте местность. Опа, летит. Кто-то летит. Это по мою душу, наверное, что ли? Пипец. Он тут летает. О, вон еще эти гули. Так, а че не красный? Как-то нездорово летает. Ого, опять поможем, наверное. Это где это у нас тут? Это у нас вот здесь вот, да? Офигеть. Фига себе. Рейдер. А мне-то кого мочить? Ты кто? Давайте-ка мы их сейчас со снайперки почпокаем. Так, шестерка, по-моему, да, снайпер? Ну, доставай. Не тупи, блин. Офигеть, давай. Вай.
Сейчас мы тебя с замочком. В голову. Да. Да? Мне твои пульки вообще надо насрать. Чё, заряды кончились, да? Вот так. Давайте на всякий случай сохранимся. Здорово! Так, а чё у вас тут? Что-нибудь интересненькое есть? Чуваки, замочите её, я... у меня есть силовую броню. Дайте форму братцу заберу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то там как-то это... Так, а как мне наверх залезть, интересно? Так, кто там? Так, там еще кто-то ходил. А, вон, давайте-ка туда. Кто-то там меня, блин. Ты чё? Идите нафиг. Я хочу забрать свое этот. Так. Стейк. О! Так, патроны, гранаты. Так, ладно, мы здесь, наверное, попозже еще тусим, посмотрим. Scared, huh? Чё ты где? Где ты тут орёшь? Разорался. Ага. Так, взяли. Скучные гранаты, стимулятор. Так, это тоже возьмем. Это что такое? Соседи, ждем встречи. Ну давайте, сейчас приду. Got it. Это тоже все возьмем, блин. Ладно, что уж быть. Так, это что такое? Так, а вон карьер, мы еще в карьере, кстати, не были, да? Да, мы еще в карьере не были с вами. Так, что я тут там убили, нет? Я хочу у нее отнять броню. Нет, ходит. Наверное, надо было сделать так, чтобы ее замочили. Так.
что тут есть еще? Краску возьмем. Так, это что такое? Надо. Ну, давайте. Здесь у нас ничего нету. Ой. Походу все затоплено и никуда не попадешь, да? Так, а мы двигались куда? Мы просто перемещались, да? Так. Нам надо потом туда, походу. Так, что такое? Монетянина, блин, всякие. Так, давайте-ка еще лазеры, наверное, прокачаем. И... Ага. Сопротивляемость урона я лучше возьму. И где у нас против радиации? Приход проблем. Так. Радиация. Тут что ли? Так, так, так. Это нам надо вкачать. Что это такое? Выносливость. Понял? Я вас понял. Так, кто это такое? Сохранимся. Эй, чуваки. Прикольно. Кто тут? Где тут? А, вот. Тесак, боевая броня. Теперь это нафиг не надо. Металлическая всякая фигня. Патроны. Жесть. Вообще жесть какой-то. Так, это мы пришли куда с вами? Это мы пришли в медицинский центр, это понятно. Так, тут ничего нет, да? Так, а там что у нас? Там у нас... Jamaica Play. Ну что ж, давайте, наверное, вернемся. Оденемся по-нормальному. Пойдем дальше. Надо патрончиков еще прикупить.
Так, хлам, значит, выкидываем. Отсюда вылазим. Забираем блок. Так, что у нас тут толстяк выкинем? Так, толстяк. Так, импульсные мины, импульсные гранаты пока я тоже выкину. Так, ошейник. Это мы сюда. Так, сюда мы вставляем самый минимальный. Антиродин принимаем. Где у нас антиродинчик? Так, антиродин. Окей. Сохраняемся. И идем с вами дальше. Это что за туса такая? Чё постоянно тусить, я не понимаю. А, за пивасиком стоите. Ну стойте, ладно. Заслужили отдых. Так, значит, нам надо вот сюда. Давайте, наверное, отсюда пойдем. Так, нам с вами туда. Сохраняемся. Сейчас мы где, кстати? Блин, надо было сюда переместиться. Ладно, сюда еще вернемся. Пойдем-ка туда. Оба-на, кого я вижу. Так, так, так. Ух ты. Ух ты, ух ты. На тебе. Все, что ли? Я-то думал. А ты. Так даже неинтересно, блин. Ядерный блок. Так, опять где-то этот летит. Чё он тут летает, я не пойму. Ух ты, чё там за такая война? Это где это? Подождите-ка. Смотрите-ка. Офигеть. Мы ж там всё зачистили вроде. Там супер мутант. Ты чё, блин? Падла. Офигеть. Десант пошел. Я не буду ввязываться, пускай их убивает, я у них броньку заберу. А они назад потом, интересно, уедут, нет? Придурки, бля. Кто так летает?
Чё, вам помочь, что ли? Не, я помогать не буду, сами. Сами. А вот, походу, уже и бронька тут лежит. Да. Отлично. Ох ты, Т-60Б. Все заберем, заберем, конечно. Мне пофиг. Я все заберу. Давай, вали, братков. Мне еще надо. Так, а еще один все-таки выжил, что ли, я что-то не понял. Не, браток, так не пойдет, иди сдох. Все, заберем тут. Давайте отнесем все. И пойдем дальше. Уже в следующий раз не будем убирать ничего. В принципе, у нас и так навалом всего. Вот это братцы встали, блин, Т-60. Можно, в принципе, сейчас я ее починю одну. И надену. Пускай будет одна хотя бы. I've heard of another settlement that's in trouble. I'll mark it on your map. Go find out what they need. We could use more settlements supporting our cause. Как у меня достали, а? Так, дай-ка мне патрончик. Тебе я дам... Так, я ничего не взял, по-моему, да? Штурмовой карабин могу дать. Одежду я не дам. Могу лапу когтя смерти дать, да, цена. Ничего не надо, припасы. 38 калибр эти там. На, забирай. А ты мне дай 308. Патрон дробовика дай. Так, что еще у тебя тут забрать? Пушечное ядро, ядерный блок. Тебе могу вот 5.56 еще отдать. Да, давай-ка отдадим. Так. У тебя я заберу криогенный заряд. Отдам опять 5.56. И заберу
Так, что тебе еще забрать? Могу, в принципе, ядерный блок забрать, отдать тебе опять 5 миллиметров. О! Стоп. И опять 56, я пошутил, я тебе не отдам. Тебе не отдам. Что-то я, блин, загнался уже. Вот 50-й калибр я тебе могу отдать. 500. Так вот. Нет. Заберу я у тебя чуть-чуть. Еще заберу. Еще заберу. Так вот. Окей. Так, и мне надо голову, значит, починить. Левую ногу. Да, починить. Левая рука починить. Левая нога починить. Так, правая рука починить. Туловище тоже починить. Правая нога, давайте-ка. Правая нога. Модель Б. Если модель F поставить, ну ладно, пускай будет. А чё ты не одел-то? Йоу, чувак, одень. Правая нога. Значит, голова. Мы сейчас соберемся. Так, левая нога, левая рука, правая рука, туловище. Так, стоп. Так, голова Т-60-102, вот это вот оденем. Левая нога. Так, рука, туловище. Так. В принципе, я бы... Давайте-ка отодвинем его. Чё у тебя за проблемы? Давай расскажи. Так, голову все это убираем. Форму братства стали тоже убираем. Помощь.
Так. Это что это за фигня, нафиг? Вроде все, да? Ну, погнали тогда. И погнали мы сюда вот так вот, погнали. Нагрузись уже быстрее. Сохраняемся. Сигнал пропал. Так, найден сигнал радиотрансляции супермутантов. Давайте-ка посмотрим. Так, двоечка. Где еще пикай? А, вон бежит. Давайте мутантиков перемочим. Чё ты тут? Так. А, ну сейчас. Патронная граната. Твоя часть? Не твоя. Иди сюда. Так, а где мы вообще находимся? Мы находимся в станции Уотсбери. Уотсбери, станция Уотсбери. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Да, да ладно, не ссы ты. Мешок с гемолимфой. Сюда нам, да? На станцию. Может, здесь где-нибудь отрубается рубильник этот? This has been a pre-recorded message. А, так мы вообще в подземку ушли. Ну-ка, иди сюда, блин. Козлина тупая. Ой. Так, надо жрачку сожрать все. Так, сучки крыса. This has been a pre-recorded message. Message repeats in 3 seconds. Так, что есть интересненькое есть? Дрын. Humans, if out there and need help,
Давайте быстренько пробежимся. Денежка. Тут у нас фигня всякая. Это я! Сдох. Так, а туда как попасть? Тоже возьму. Крышечки возьму. Так, а интересно, куда я выйду вообще? Привет. Так. Что у нас тут такое? Так, замолкни. Так. И чё тут ничего не открылось? Опа! Хитро! Ха! Прикольно! Давайте-ка тут посмотрим. Так, шпилька. Иди сюда. Так, даже патрон не буду на вас тратить, пошли вы нафиг, так сдохните. Тут тоже ничего нет. Так, уйди, ну уйди. Теперь, наверное, вот ту кнопочку... А, стоп, стоп, вот эту кнопочку подождите. Ну давайте антифрикс возьмем, я не знаю, чего, конечно. Так, теперь тут. Так, а здесь у нас ничего нет. Только рад таракан, похоже, да? Что интересного тут есть? Служение терминала. Что интересного? Так. Что-то тут ничего нет. Я думал, что-нибудь интересное. Так, это мы где вообще? Мы... Блин. Так,
Интересненько. Так, а тут он... Ага, галочка. Так, это возьмем. Шкаф. А, вот. Современный. Вам будет легче скрывать замки. Отлично. Все, выходим отсюда, короче. Так, как тут выйдет? Понапридумывали всякой фигни, блин. Так, и наверх все. Здесь, по-моему, больше ничего нет. Пойдемте найдем этот сигнал. Так, здесь спуск. Что такое? Что это за звук такой был? Так, теперь нам надо вот это вот проверить, да? Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом закончим серию и продолжим следующие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующей серии.